Мопси совсем не такой страшный, каким казался на первый взгляд. Бедняга был в парке совсем один, но с новыми друзьями скучать уже вряд ли будет. А впереди, на детской площадке, пара маленьких виксов хотят покачаться на качелях. Уверен, они не откажутся от нашей помощи. Помню, как сам любил качели в детстве. Но к делу. Малыши показали дорогу к станции. Теперь осталось всего ничего. Выбрать поезд, и можно ехать. Фу, самое сложное, кажется, позади. Но охранник на входе не пускает ребят внутрь. Ведь они еще совсем маленькие. Не беда. Виллис и Алис — известные специалисты по маскировке. Во всяком случае, с твоей помощью они справятся. Вот мы и внутри снорариума. Сколько здесь всего! Недолго и потеряться? Теперь самое время найти профессора Планка. Может быть, рабочий подскажет? Попробуй привлечь его внимание. Профессор Планк? «Кто ж его не знает?» — говорит рабочий. «Талантище!» Обычно он в это время занимается важными делами с другими учеными в большом зале. Думаю, Мопси поможет найти его. Ни намек на улыбку. Надо срочно что-то делать, не так ли? Уж Виллис и Алис точно не оставят ребят. Вот незадача. У профессора образовались неотложные дела, и он куда-то убежал. Но, по крайней мере, он привел наших друзей к машине снов. Ну что ж, не будем терять времени, надо включать. Только вот похоже, что кто-то отсоединил провода. Наконец-то все готово. Впереди самое главное. Сможешь помочь Виллис и Алис придумать подходящие сны для Коли и Даши? Интересно, что бы хотели увидеть мальчики и девочки? Гораздо лучше. Всегда приятно видеть детскую улыбку.
И все благодаря твоей помощи. Виллис и Алис блестяще справились с нелегкой задачей. Но похоже, что профессор приготовил сюрприз и для них. Теперь они самые маленькие сотрудники Снорариума на свете. И все по-взрослому. У них теперь есть даже свои значки. Вот это день! Да, чуть не забыл. Ведь есть еще кое-кто, кого наши маленькие друзья хотят поблагодарить. Тебя, ведь без твоей помощи Виллис и Алис вряд ли бы справились с таким ответственным заданием. Ну а сейчас самое время ложиться спать. Уверен, что маленькие Виксы принесут тебе самые светлые сновидения. Доброй ночи и светлых снов!